И начинаем снова с повышения цен. Красноярцы заметили, что подорожали роллы. В среднем на 150-200 рублей за набор и на 50-100 рублей за отдельный ролл, в зависимости от состава. Но в некоторых заведениях цена за порцию выросла аж на 300-400 рублей. Более того, на части сайтов доставок появились пометки о замене ингредиентов. Чаще всего это лосось. В сети также есть пометка, что в некоторых доставках рыбу внутрь добавляют, а вот классическую Филадельфию сделать не смогут. Нет лосося для крышки. Так что, видимо, готовить суши нам придется теперь дома. Пока одни сметают сахар и гречку с полок и дерутся за туалетную бумагу, другие массово вкладываются в дачные домики. Спрос на них вырос в два раза. И он оправдан. Это и замена летнего отдыха, и свой огород с овощами, что немаловажно. Земельные участки в среднем подорожали на 7%, дачи на 15%, сообщают аналитики. Причем покупать стремятся сейчас именно землю с домиком, чтобы вложить минимум средств. А самые популярные дачные участки в пределах 1 миллиона рублей. Эксперты полагают, что это один из способов сохранить сбережения от инфляции. И, вероятно, многие сейчас жалеют, что не хотели в детстве тащиться на дачу. Теперь-то мы понимаем, почему в магазине купить не легче. В новой экономической реальности появились и новые проблемы, в частности, с транспортом в городе. Даже нынешний тариф перевозчики считали недостаточным, а сейчас он и вовсе превратился в убыточный. Бизнесмены заявляют о сложностях. Некоторые перевозчики также снимают автобусы с маршрутов из-за дефицита водителей и нерентабельности самих маршрутов. Власти не исключают введение дополнительных мер поддержки для транспорта на фоне подорожания запчастей. Они, кстати, уже выросли в цене на 50-60%. И также не исключают роста тарифов, хотя прямо пока об этом не говорят. Если раньше шутка о золотых зубах была только шуткой, сейчас стоматология действительно стала прямо запредельной. Но условия кризиса порождают новые проекты. Так, в Челябинске компания создала отечественные титановые суперпрочные зубные импланты. Молодую компанию, по их словам, завалили заказами. За полгода распродали целый склад, несмотря на то, что стоматологи с неосторожностью относятся ко всему с пометкой «отечественное». Цена наших имплантов от 3 до 6 тысяч рублей. В компании уверены, что они смогут стать достойной конкуренцией зарубежным имплантам, которые в цене выросли уже вдвое. А вот предпринимательская жилка в условиях кризиса у некоторых только крепчает. Так, на Авито появилось объявление о бартере. 5 мешков сахара, и менять их предприимчивый житель Кемеровской области собрался на квартиру, да еще и с улучшенной планировкой. Сейчас, к слову, 10-килограммовый мешок сахара в магазине стоит 700 рублей, а однокомнатная квартира в городе Прокопьевске, там, где ищет ее мужчина, чуть больше миллиона рублей. Пользователи сети Юмор ценили и предложили торг добавить к цене несколько пакетов порошка, а еще соли. На этом сегодня все. Еще больше финансовых новостей расскажем среди недели. Не пропустите наш дайджест.